ассистент Худостанка Костицын и Демков. А вновь преимущество Зубров в две шайбы. Ну и как я вам и обещал, результативный хоккей сегодня. Уже 4 гола. Мы увидели, вот пятый, пожалуйста. Удается Торпедо еще одну шайбу отыграть. И вновь преимущество динамовцев лишь в один гол. А Гончарук проталкивает шайбу партнеру. Ураков из-за ворот на синюю. Орлов набрасывает. И вот хочется посмотреть, было ли касание кого-то, либо Гончарука, либо Белевича в этой ситуации.